Здравствуйте, друзья! Меня зовут Ляпина Елена. Я представляю центр танца Dance People Магнитогорск. Сейчас мы с вами выучим небольшую композицию, которую можно применять всегда и везде на любом уровне танцевания. Помогать мне в этом будет мой дорогой партнер Анва. Итак, композиция будет состоять из такого небольшого вступления. Мы встанем в пару, почувствуем друг друга, станцуем деликино, пассиву, небольшое соло и деликиси. Фигуры простые. Самое главное, что мне хотелось бы донести, это то, что партнерша даже на простых фигурах может выглядеть эффектно, красиво и интересно. Сначала разучим вступление композиции. Оно будет состоять у нас из кубинского шага. Одна восьмерка. И раз, два, три, пять, шесть, семь. Эту часть решили украсить быстрым переносом веса. Таким интересным взаимодействием. Посмотрите, пожалуйста. И раз, два, три, и вращение в пай. И пять, шесть, семь. Да. Это такое вступление к нашей композиции. Давайте еще раз его повторим. Кубинский шаг, игра с ритмом и вращение. И раз, два, три, пять, шесть, семь. Быстрый перенос веса партнера. И он ведет партнершу своим корпусом, потому что у нас рама жесткая такая, связанная. И раз, два, три, вращение, пять, шесть, семь. Хорошо. И еще раз, чуть побыстрее. Партнерша вот эти раз, два, три будут быстрый перенос веса обыгрывать своими бедрами. И раз, два, три, пять, шесть, семь. Раз, два, три, и пять, шесть, семь. И выход на деликино. Деликино мы украсим небольшими женскими такими штучками. Делаем сначала деликино в стандартном виде, в каком оно есть. И раз, два, три, пять, шесть, семь. Еще раз. И деликино еще раз, обычно. Два, три, пять, шесть, семь. Хорошо. И теперь как мы можем украсить деликино? Сложными движениями. И раз, два, три, девушка закрещивает нож. И бедра немножко оттягивает назад. Три. Дальше проходит. И пять, шесть, семь, восемь. И с плечами. Небольшой сваку до плечами. На семь, восемь. Давайте еще раз этот момент сделаем. И раз, два, три, сакуда, семь, восемь. Еще раз. И раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь. Дальше у нас будет идти стандартный элемент Васило. Делаем его, как он есть в чистом виде, с поворотом на 5, 6, 7. А раз, два, три, партнер ведет партнершу вперед. И раз, два, три, вращение, 5, 6, 7. Да. Еще раз. Стандартный вид. И раз, два, три, и пять, шесть, семь. Хорошо. Теперь я предлагаю партнершам добавить более интересный шаг с высоким подниманием коленочек и с переступанием. Да? Таким. Угу. И сделать эту проходочку вот в таком виде. Давайте попробуем. Поехали. И раз, два, три, пять, шесть, семь. Еще раз. И раз, два, три, и пять, шесть, семь. Хорошо, соединим вместе деликино и Васило. Поехали. И раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Хорошо, и дальше у нас будет такой небольшой сольный кусочек. Учим ножки. И раз, два, три, и сводимся друг к другу. Опять, девочки, шаг не меняется. Такой же шаг, который был и в Василове. И 5, 6, 7. Опять, несколько вариантов, как можно подойти к партнеру. Так, еще раз, сольная связка. И 1, 2, 3, 5, 6, 7, перекиси. И 1, 2, 3, 5, 6, 7. Еще раз, сольная связка. И потом мы повторим сначала уже спиной. Партнер будет сидеть у нас. Поехали. И раз, два, три, пять, шесть, семь.
5, 6, 7. И кубический шаг сначала. И раз, два, три. 5, 6, 7. Быстрый перенос веса на раз, два, три и вращение. Раз, два, три. Вращение. 5, 6, 7. Ну, раз, два, три. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три. 5, 6, 7. В этот момент обратите внимание на шаги партнера. Что делает партнер? И раз, два, три. И после такими шагами. 5, 6, 7. Да. И партнер, чем отличается шаги партнера? Делитесь. Раз, два, три. 5, 6, 7. Хорошо. Итак, значит, чтобы получилась первая часть нашей композиции, необходимо достаточно плотная рама, да, партнер держит девочку, девочка как бы немного отдает свою спину, чтобы партнер мог управлять партнершей. А пятый партнерша является как шлейф, да, продолжением движения. Партнер начинает действие производить в верхней части корпуса. Давайте попробуем. Просто партнер из стороны в сторону. Качивается. Да, да. Вот, рама у нас зафиксирована, бедра партнерши расслаблены. А спинка в тонусе, первый в тонусе. Угу. Давайте еще раз все сделаем подсчет и под музыку. И раз, два, три, пять, шесть, семь. И раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Раз, два, три. 5, 6, 7. Хорошо? Под музыку. Приглашаемыми партнершами в России и в мире. Всем привет!